Не справился с управлением, вылетел на полосу встречного движения, совершил наезд на препятствие в виде ограждения моста и вылетел с моста в речку. Водитель получил рваную рану головы и ушиб левого плеча. От госпитализации водитель отказался. Прибыла бригада МЧС, которые будут расчищать место для того, чтобы было более удобно достать транспортное средство.